Всем привет, подписчики, сегодня с вами я и напиток Честер. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас обзор на изотоник дринк. Сколько он стоил? По-моему, 89 рублей. Пол-литра. Со вкусом ананас. Стартуем, хули? Стартуем, ебать, погнали. Запах уже супер хуёвый, блядь. Прям супер хуёвый. Да не, нормальный запах, что ты. Как у этого? Как рич-битер, только, блядь, более... Как просроченный рич-битер, блядь. Я бы сказал, что похоже на... На Jelly Bears Fresh Bar, вот, похоже. Не-не-не, Jelly Bears, он, блядь, гораздо свежее, блядь. А сейчас более такой свежий запах был. Ладно, за то, чтобы Захара убили в Мурино. Я виноват, начальник! Ну, по вкусу не так хуёво, кстати. Блядь, это водянист, нет? Как будто вода с каким-то вкусом. Ну, как у этих у святого источника, там, еще у кого-то есть такая тема. В целом неплохо. Я поставлю среднюю оценку, наверное. В общем, я ставлю этому напитку 7. Ну, там на грани между шестеркой и семеркой, но мне кажется, это больше в сторону семерки. Смотри, написано. Восстанавливает водно-солевой баланс. Защищает организм микроэлементами и электролитами. Ну, все то же самое, что и витамин дрин. Ну да. Душный, блядь. Ну, не знаю, не то чтобы душный, скорее просто такой, как бы... Скучный, блядь. Ну да, да, скорее скучный. Ну, я и говорю, он как добавка к чему-то подойдет. Например, захавали пиццу или грибы, например, и все, и вот это за этим запили. Ну, сейчас, ну, нормально. Въебать дох сейчас, блядь. А вторая часть обзора. Оценка. Ну чё, блядь. Семёрочка, нормально. Ну, в общем, чё, моя оценка 7. Моя оценка 5. Я скучно, считаю, что не, ну, скучно, но в чем даже это хорошо, что скучно. Скучно, блядь, 91, ой, блядь, 89 рублей, это ж, ну, пиздец. Для перекрестка это пиздец, но я уверен, что его можно найти дешевле. Если его можно найти дешевле, то я поставлю 6. Если его найти дешевле нельзя, то 5. Короче, что среднее. Угодно в перекрестке можно найти дешевле. Давай мои любимые половинки вставляем, 5,5, блядь, похуй. Понятно, понятно. Дениса 5,5, а у меня 7, потому что я считаю, что даже в этом напитке есть нечто хорошее. В общем, даже спасибо. В этом напитке есть нечто хуёвое. Ну да, такое есть в каждом напитке. Даже в витамин дринке. А именно его цена. И то, что там клеят эти штрих-коды. Да, блядь, ебучие QR-коды, блядь, наклеили. Теперь этот вкус, блядь, отвратительно еще ощущается. В перемешку с охуительным напитком, который там, девяточку. Ну все? В общем, да, все, подписчики. До новых встреч, дамы и господа. До новых встреч. Прокрутка. Ha 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 ha.